Боба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть во Friday Night Funkin'. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, также подписаться на канал. И у нас тут новый босс Гарселло. Как мы видим, он курильщик, ребят. Я это осуждаю, ни в коем случае не курите, вон лучше. Ребят, квас попейте, Иван, квасни. Ну тоже, кстати, не увлекайтесь, блин, он только у меня... О, слышал, закончился. Вот же, блин, бывает. Ладно, ребят, берите что-нибудь вкусненькое. Так, бэкграунд изменили. Кстати, смотри, ну это видно, что не трешовый мод. В принципе, это уже как по стандарту. Story мод. И где же ты у нас тут притаился-то? Да, на последней неделе 4 трека. Вот это круто. Вот это меня, конечно, удивляет. Хард, погнали. Посмотрим, кто это такой. Бойфренд и подружка замечают странное свечение. Бип! В чем дело, малыш? Дым привлек твое внимание? Бип-боп! Да, это довольно круто! Тебе стоит попробовать. Осуждаю, ребят, ни в коем случае не пробуйте. Бип-боп! Ты уверен? Ну же! Бип-боп! Вот что я тебе скажу. Если ты меня победишь в маленькой дружной рэп-битве, то я откажусь от твоего дела. Я не знаю, переводчик так перевел. Звучит круто, малыш. Би-боп-боп. Это тебя раззадорило. Ну, тогда все улажено. Если ты не возражаешь, то я еще немного покурю. Помогает успокоить нервы, понимаешь? Ну, ребят, осуждаю это все. Конечно. Все, ребят, кстати, вот хочу сказать, что я теперь начал... кстати, нормально перевел переводчик. Я теперь не через Google, а через Яндекс перевожу. И теперь более-менее нормально. Я просто французский изучал, поэтому, ребят... Ля. Ну, слушай, качает. Охренеть, у него что там с легкими-то? Выдыхай, бобер, нифига, он там затягивается. Какие-то бездонные легкие, охренеть, что он творит? И дым, смотри, красный, синий, блин. Дядь, заканчивай, иначе тебя точно убьет, блин, это. Блин, офигеть. Слушай, мне трек понравился, вообще крутой. Офигеть. Что это сейчас? Что это, блин? У него легкое там оторвалось. Что это по звуку? Би-боп. Эй. Шки-боп. Это было весело, но у меня в груди что-то... Бип. И я пока не сдаюсь, малыш. Бибошки-боп. Ох, ты хочешь, чтобы я продолжал? Хорошо, на самом деле мне это нравится. Еще один не повредит. Правда? Блин, и посмотри, у него прям это... Мне кажется, он не доживет до 4-го трека. Ооо. Oh.
Офигеть, как это круто сделано! Как он кашляет! Залево удивляется. Хотя у меня дед кашляет в 10 раз, блин. Хуже него, но как бы... Да это меня вот удивило, типа, о, как круто. Не, на самом деле, вот когда близкие кашляют, это страшно, ребят. Сразу переживаешь за их здоровье. Так что, дружище, типа, бросай. Я уже тоже за тебя начинаю переживать. Ты реально не, он реально не доживет. Мне кажется, он после четвертого трека все. Блин, как же это волшебно круто! Вот так вот. Так, сейчас у нас по звуку... О! О! Охренеть! Чё-то... Ох! Ты только посмотри на это! Наверное, я перестарался, да? По-моему, да! Все в порядке. Я бы предпочел, чтобы был я, а не ты. Это чертовски больно, но, наверное, лучше, чем... отец твоей девушки... предложил мне, что... Я не могу оставаться очень долго, но... Даже если у нас мало времени... Давай покончим с этим, малыш. Блин. 3, 2, 1, Капец, он реально умер, офигеть. Ну вы поняли, да? Короче, смысл этой модификации, то, что не курить. Даже после смерти. Но он типа состоит, наверное, блин, из дыма никотина, блин, капец. Крутой трек, на самом деле, ребят. Шикарно это было. Офигеть. Чувак! Ты только посмотри на это. Солнце встает, и я не проснусь. Эй, прости, что я умер.
Я не хотел, чтобы эта штука убила тебя. Ты реально крут. Я бы с удовольствием еще поболтал с тобой, но это моя ошибка. У вас двоих много чего происходит, и я не хочу добавлять к этому ничего. У меня достаточно времени для последнего прощания, малыш. Вы двое останетесь в безопасности, хорошо? Да уж. Давайте послушаем. Подружка, я не знаю, как со стороны это выглядит. Но кто-то пройдет и подумает, типа, бойфренд и подружка тусуют рядом со жмуром. Чисто умер парень, а не... Не, ну может тоже увидит призрака, но... Это капец. Спокойненькая такая мелодия. Офигеть. Ребята, у меня аж мурашки по коже. Офигеть. По телу. Всему офигеть. Вот этот трек был прям... Когда он исчез, это... Это что-то с чем-то. Даже пропала, ребят, музыка. Вот мы прошли на харде с тобой. Ну что же, надеюсь, тебе понравилось. Не забудь поставить лайк. Ни в коем случае не кури. Бай-бай, дорогой братишка.